Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в садники Олуха. Так, заберем с тобой рыбу. И хочу посмотреть, ребята, доступно ли событие. Да, ребят, угроза бух и бах доступна, поэтому сразу начнем именно с него. Так, оно у нас ядрен-матрен. На три заходки, да, получается? Как минимум. Ну, что значит как минимум? У нас три заходки, любая игра, ребят, идет на три заходки. Минимум, максимум, то есть получается три заходки — это максимальное, что доступно по игре. Опа-на, опа-на, какой радужный ты, посмотри. Одна волна всего, отлично. Посмотри, какой симпатяшка здесь стоит. Надо с него начинать, ребята, матриарх, или как его там величать. Наверное, это типа матриарха. Тот самый охламон, который тырит энергию беззащитных дракончиков. Поэтому он наказание свое получил. А этот замедляет. Замедляет, замораживает. В общем, делает свои пакости, как всегда. За что и будет жестоко, ребят, наказан. Добивай его, барсик. Сейчас посмотрим, что нам здесь на рулеточке достанется. Не дотянул. Не дотянул до трех плодов мудрости. Эх ты, жаба ты старая. Так, ну что, 20 рун в карман. 20 рун мы с тобой забрали в карман и продолжаем, ребят. Давайте еще, пожалуйста, одну волну. Не надо там сейчас волны эти мне подкидывать. Дайте одну волну. Вот, спасибо. Смотри, какой симпатяшка. Его надо вырубать, ребят, в первую очередь. Этого симпатяшку. Ну что ты лезешь, а? Вырубили. Так, ну что, водорез. Водорез и змеевик. Смотри, что сделал. Смотри, что сделал, ребят. Массовое замедление, офигеть можно. Офигеть. Да ты заколебал, мужик. Все. Так, это мы с тобой только два поединка отыграли, да? Опа, прилив сил. Замечательно. Два поединка отыграли, еще, значит, получается, надо три. Раз, два, три. То есть это получается 1000 тусклого янтаря я забираю, и все. На этом энергия у нас заканчивается. Ну ладно. Что ж поделаешь. Так, водорез плюс душитель. Две волны, ребята. Наверное, начну с водореза все-таки. Да, начну с водореза. Душитель подождет. Вот этого хлопца надо ликвидировать в первую очередь. Хотя быстрее бы мне, конечно, было бы разобрать именно душителя. Так, сейчас, наверное, дунет. Так, я и думал, что он все-таки дунет, гаденыш. Но мы хильнемся с тобой, чтобы барсика залечить хоть чуть-чуть. Опять душитель и злобный змеевик собственной персоной. Ну, на этот раз я так сделаю. На этот раз я разберу душителя, а потом уже будем и злобного. Так, он усиливается еще, а? Посмотри на него. Он еще усиливается мне тут. Ну давай, не гаркай там. Гаркай там мне. Опа. Плод мудрости. Две штучки. Так, там дали прилив сил. Тут мудрости две штучки. Неужели тут будет жесть какая-то, а? Неужели тут будет какая-то жесть? Так, предпоследний поединок. Сколько волн? Покажи мне, сколько волн. Две. Так, змеевик злобный стоит здесь. Погнали. Ну, это вот мы быстро с тобой чухонца разнесем. Меня больше интересует, кто будет на второй волне. Ага. Так. Ну, наверное, начнем с этого пацана. Все-таки.
потом... Ну да, наверное, уже будем с тобой продолжать этого чпокать. Утилизируй, так сказать. Добивай его. Ну и остается у нас костолом. Ты оборзел, что ли, там? Свои прыжки делать. Только не вылетай, пожалуйста, блин. Ну вот что ей надо было, а? Вот взяла, ребята, и вылетела. Я надеюсь... у нас поединок продолжится. Да, я хочу продолжить. Благо, хотя бы мы с тобой не тратим энергию. Хоть на этом спасибо. Фиг с ним, что мы начинаем там все заново. Главное, что не тратится энергия. Так, погоди, ну да. Давай сюда. Блин, а что это как-то энергия у нас странно здесь? Игра, ты не хочешь ли опять там вылететь случайно? Мне не нравятся твои вот эти вот подходы. Блин, сейчас массовую влепят, ребята. Массовую под усиленной атакой. Вот именно про это я и говорил. Да с какого фига у тебя три энергии-то, блин? Он сейчас звезданет кому-то. Кому-то сейчас достанется. Ладно, это терпимо. О, прошли. Чем порадуете меня? Рыбой. Это не совсем радостная новость. Я хотел, кстати, посмотреть, что здесь за приз. Ага. Это пак плевать, по-моему, да? Ну что, друзья мои, последний поединок. Последний поединок, получаем с тобой 1000 тусклого янтаря, и с ареной на сегодня у нас закончатся поединки. Две волны, хорошо, хорошо, две волны меня вполне устраивают, ребят. Оу, серьезно, блин, смотри, как он устрашающе смотрится, ребят. Аж такой, как будто бледный зомби, ё-моё. Точно, он как зомби. А эти сейчас будут, ребята, у нас энергию отнимать, судя по всему. А что это? А, он застанил. Он застанил нас. Они барсика распечатают, скорее всего. Раз... Ну, смотри, они станет его. Он даже не успевает выйти. Вот ущербный, ну вам тоже кранты. Вам тоже кранты. Вы думаете, вы избежите участи своей? Нет, конечно. Абсолютно не избежите ее. Добивай, кривоклык. Опа, древесина, я понял. Никаких сегодня наград мощных нам не дали. Да и фиг с ним. Так, забрал тусклый янтарь. Еще нам надо будет с тобой две заходки здесь делать, это как минимум. Так, а я отправляю опять же нашего беззубика на поиски. Нет, нам, наверное, лучше не так сделать, а лучше вот здесь вот. Да, вот. Вот так вот. Резьба хвост. А я его как раньше назвал? Рыбий хвост, да, ребят? Рыбий хвост. Так, заберем здесь 225 миллионов древесины. А у меня древесина по фулочке, да? Я понял. Сейчас немножко разгружусь тогда. По древесине. Так, у нас тут есть ребят, которые работают чисто за бревна. Так, перешкур. Ну давай, хорошо. Вкачаю тебе. Эть, и не хватило, я понял. Чуть-чуть не хватило.
Так, сейчас мы с этим разберемся. Я всех подправляю, куда надо и не надо. Добудьте 262 миллиона рыбы. Так, ну что же, с рыбой. Принцесса огнеедов. Ее бы, конечно, не помешало бы вкачать-то на самом деле тоже. Эту принцессочку. Ты хочешь прокачаться, парень? Конечно, хочет. Опа, обучаем его, ребят. Пускай идет в титаны. Пускай переходит в титаны. Так. Ну что ты тут? Да не надо мне этого. Понятно. Иди на поиски. Полетел, родной. Так, что ты мне там? Ну-ка. И по итогу. И по итогу. Что мы получим? Вот это яйцо, ребят, хочу. Угу. Мало ли что ты хочешь. Размягчитель, ребят, нам достается. Естественно, я его здесь размещать не буду. Он будет у меня в ангаре. Этот вечно на прокачке. $280 миллионов. Так, ну что, давай его дальше тогда отправлять в приключения. Для других пока все равно вариантов нет. А сколько нам надо для того, чтобы купить здесь, ребят? 5500. Недешево, согласись. Очень даже недешево. Эх, бремя гнильца. Немножко не хватает нам энергии, чтобы его прокачать совсем чуть-чуть. Так, ну-ка, Йохан, что там у тебя? Ничего хорошего, как обычно, ребят, ничего хорошего нету. А? 200 рун. Спокойствие, только спокойствие. Давай так сделаем. Восемь рун, ну понятно, короче, 8 рун-то наша кредо, блин. Пятьдесят рун. Сбей кабана с толку, да? Так, и здесь у нас... Ага, понятно. Тусклый янтарь. Зигзаг удачи или неудачи, не знаю там как. Давай заберем с тобой набор карт. Шторморез, древоруб, водорез. Ничегошеньки такого суперского мы не получили. Так, давай тогда я уже и здесь открою пак один этот. Ой, загадочный пак. Давай. Так, псиголов, громыль, древоруб. Допустим. Так, у нас тут по сезонке 5 заданий выполнено. Но это как раз нам на наградку, ребят. На наградку метим. Метим с вами на наградку. Давай. И что тут у нас? Блестящий янтарь. Одна штука. И у нас редкий пак, насколько я помню. Созрел. Шепот смерти, чудовище, ужас, змеевик, ищейка. Ну, что-то вы как-то совсем в последнее время, я смотрю, вы прям жопитесь по наградам. Я думаю, что вы заметили, ребята, они очень стали... Как тебе объяснить-то? Очень мало стали их давать. Хороших наград.
Отправить легендарного дракона на поиски наград. Ну, отправил я его. Так, этого тоже с тобой. Все, пускай рыскает. Иди обучайся. Угу. Так, этого тоже на обучение отправлю. А этого просто отправлю на поиски. А этого просто отправлю на поиски. Вроде бы, друзья мои, как как и все. Что у нас там? Ага. Нифига себе. Арбузозавр. Прикольно звучит. Буря. А это вот он, буря разноцветненький, которого мы увидели с тобой. Ух, какой огнелед. Смотрится красиво. Камнелом. А камнелом у меня есть. А, образ. Цветущий барс и вепрь. Прикольный. Фига себе, скрытый мир кривоклых. Так устрашающе смотрится. Ну, ценнички, конечно, от 5500. Да, мне копить тут и копить. Я даже не знаю, смогу ли я накопить. У нас вообще что-нибудь, кроме вот этого события, есть? Будет в ближайшее время? Нет, ребята, в ближайшее время не будет. 3 дня у нас еще есть в запасе. Я думаю, за 3 дня мы с вами пройдем это событие. А на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!